News Time. Всем привет! С вами Инна Стан в эфире News Time. Прямо сейчас о главных событиях шоу-бизнеса. News Time. При поддержке Bridge TV «Русский хит» в Москве стартовала акция «Искусство ради экологии». Сдав алюминий, стекло, пластик или макулатуру в один из 10 пунктов приема, можно получить эко-билет и обменять его в офисе выдачи билетов на любые культурные мероприятия по вашему выбору. Подробности на сайте artecolog.ru. Организатор акции – Департамент природопользования города Москвы. Сортируем культурно. News Time. Spice Girls сообщили о воссоединении летом 2019 года. Группа отправится в тур без участия Виктории Бекхэм. News Time. Не за горами конец года и подведение итогов. В Москве недавно состоялся гала-ужин в честь российской национальной музыкальной премии «Виктория». News Time. Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» считают нашим аналогом легендарной американской «Грэмми». По замыслу создателей, отсутствие связи премии с каким-либо телеканалом или радиостанцией, а также тайное электронное голосование помогают добиться объективности и непредвзятости результатов. Уже который год мы сохраняем самое главное – алгоритм премии, который не позволяет нам знать результаты до последнего момента. Люди в нее поверили. Поверили в то, что она справедлива. Новые имена совершенно неожиданные появляются. И это говорит о том, что мы на правильном пути, и я очень этому рад. На прошедшем гала-ужине премии был дан старт голосованию в номинациях, которые проводятся среди членов Академии российской музыки, куда входят продюсеры, поэты, композиторы и артисты. Мнения относительно главных явлений за год расходятся. Это «Лобода Суперстар», тут без вариантов. Это «Цвет настроения синий». Но это «Монеточка», она очень хороший поэт, это очень круто. Я бы голосовала, например, за Полину Гагарину. Она меня не то, что меня в этом году не удивила, она просто подтвердила свое достойное место на этой сцене. Ну, я не готов сейчас. Это значит показывать то, за что я буду голосовать, нет. Самое главное, что должна быть песня, а там будет все вокруг. Понятно одно, результаты будут непредсказуемыми и зависят лишь от того, как проголосуют академики. Полагается на твое индивидуальное мнение, без каких-либо купюр, без каких-либо реферансов в чью-либо сторону. И дают довольно такой большой срок, чтобы мы успели это слушать и подготовиться. Российская национальная музыкальная премия «Виктория» состоится в четвертый раз и пройдет 7 декабря в Кремлевском дворце. Статуэтки раздадут почти в 20 номинациях. Это единственное осталось, во-первых, объективное, во-вторых, интересное, в-третьих, собирающее артистов разных жанров, в-четвертых, по-настоящему творческая премия. И верю, что эта премия действительно настоящая, честная, и то, что коллеги не подведут в своих вкусах, в своих умениях. Я уверена, что шоу будет потрясающее, и, конечно же, как всегда, будут побеждать сильнейшие. News Time. На этом все. Вы смотрели News Time. С вами была Инна Стан. Пока. News Time.